Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции напомнили посетителям магазинов детских товаров о необходимости применения в темное время суток световозвращающих элементов. Брелоки, значки, браслеты с эффектом возвращения света играют огромную роль осенью и зимой, когда темнеет очень рано. Они помогают пешеходам быть заметнее на дороге, зачастую спасая этим жизнь. Дорожные инспекторы призвали взрослых и детей соблюдать правила дорожного движения. Всем участникам акции раздали тематические листовки, а маленьким пешеходам подарили световозвращающие браслеты.